Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу зайти в такой вот проект, называется «На диване». Это бонусник. Значит, что? Бонус к скорости нам дается. Все пользователи бесплатно получают бонус. Деньги на балансе начисляются даже без пополнения. Вывод от 1 рубля. Минимальная сумма выплаты на проект составляет всего 1 рубль. Партнерка 10%. Тут сертификат, выделенный сервер, статистика. Значит, здесь последние покупки показаны, последние выводы. Так, топ рефералов, топ скорости. Ну, главное, вопрос-ответы почитайте. Правила, группа ВКонтакте есть. Посмотреть. Так, сейчас загрузится. Так, вступим в группу, естественно. Тут вот видео есть. Ну, конкурс, ну, все как обычно. Так, далее что? Телеграм. Контакты, email. Ну а регистрация, я еще не регистрировалась даже. Так. И вставляем код. Так, 40552. Нажимаем войти. Так, мы попали в кабинет, и сразу началась майниться денежка, как мы видим. Так, пользователи 1851 человек, новых за сегодня 447, онлайн, баланс. Так, ну что, скорость, бонус. Здесь статистика, далее что, главное, кабинет, это так, ага, покупка скорости, вывод, история выплат. Сотрудничество. Это что у нас здесь? Мы платим 10%. Ага, наша партнерская ссылочка находится. Так, здесь будут отображаться рефералы, операции. Здесь последние 40 операций проекта. Угу. Понятно. Так, давайте, пока я не пополнила, посмотрим, есть ли заглушка на вывод. Так, вывод на кошелек. Ваш баланс. Так, минимальная сумма рубль. Получи выплату, оставь отзыв ВКонтакте. Payer, сумма, вот так, важно. Давайте посмотрим. Выплаты на Payer кошелек моментальные. Следовательно, средства. Так, зачисляются сразу. Минимальная сумма рубль, комиссия 0, запрос на вывод доступен раз в сутки. После выплаты баланса аннулируется, скорость сохраняется. Но я заглушки здесь не вижу. Можно начинать без вложений. Набегает рубль, можно ставить как бы на вывод. Так, возвращаюсь в кабинет. Я, естественно, хочу пополнить без фанатизма на 30 рублей. Я сюда закину. И так. Что нам? Я ж не сказала вам. У нас в сутки сейчас на главную. Смотрите. Так, на проекте предоставлен один тарифный план. 17.28% каждые 24 часа. Вклад бессрочный. Ну и замечательно, я закину. Так. 30 рублей. Так, доход составит в месяц, в день. Ну и замечательно. Так. После пополнения на 50 рублей или больше принес автоматический вывод баланса на ваш ПС. Для этого сумма баланса должна быть больше 1 рубля. Так, ну ладно. Минимальный депозит 1 рубль. Нажимаю пополнить. Перебрасывает на платежную систему. Так, выбираю рубли. Подтверждаю. И дальше по схеме.
Так, я пополнила. Сейчас меня должно перебросить обратно в кабинет. Так. Угу. Вот моя сумма. Ну что, вывод будем проверять. Окупаемость обычно в таких проектах. Сколько? 5-6 дней? Где-то так. Так, кабинет, покупка, вывод. История выплат. Здесь вот у нас. Так, сотрудничество. Ну все, я вроде как и показала. Кому интересно, присоединяемся. Вот мои пополнения. Кто-то вот на 100 рублей. Кто на что гораздо пополняет? Кто на 5 рублей? Кто пополнение? Вот по рублю все пополняют. Вот. У кого сколько есть на балансе в кошельке денег, столько и пополняет. И, пожалуйста, без фанатизма. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.